Весь мир страдает от агрессии Вашингтона. Не только азиатские страны, не только ближневосточные страны или не только Венесуэла. Вот, например, 49% французов и немцев думают, что увеличение силы и влияния США являются главной угрозой для их стран. Раньше США с агрессивной политикой изолировали другие страны, а теперь они изолируют сами себя. Они потеряют своих близких партнеров.